Минувший уикенд для культурной жизни города начался с концерта Филиппа Киркорова в Ледовом дворце. Визит короля отечественной поп-музыки и десятилетие РЕН-ТВ «Набережные Челны». Чем не повод для того, чтобы провести в прямом эфире канала массовый розыгрыш билетов на это шоу. Наиболее удачливым зрителям, которые при этом были хорошо знакомы с творчеством певца, не составило особого труда добыть себе бесплатные билеты. Но обо всем по порядку в сюжете Егора Орлова. Ведущий акции Рамиль Агдеев готовится к прямому эфиру, которым завершается розыгрыш билетов. Телезрители дозваниваются, выбирают одну из ячеек с вопросом, и тут уж либо в яблочко, либо мимо. Команда телеканала трудится над тем, чтобы все прошло без сбоев. И так было каждую среду в течение месяца. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире вновь программа «Рен поет», в которой мы разыгрываем билеты на концерт Филиппа Киркорова. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Дозванивайтесь. Можете победить. Меня зовут Диляра. Диляра, очень приятно. Строчки из загаданных песен зачитывали обычные прохожие, которых встречала съемочная группа РЕН-ТВ на улице. Подошел, спросил, сказали, не хотите поучаствовать, вот поучаствовал. Эти чтецы также получили билеты за свои труды, а вот зрителям надо было еще угадать песню. Абсолютно. Меня давно не видел. Всего было вручено более полусотни билетов на концерт Киркорова. Тем, кто цитировал строчки, кто выигрывал билет в социальной группе ВКонтакте. Но большинство пригласительных досталось, конечно, участникам интерактивного телешоу. Тем, кто смог дозвониться и дать правильный ответ. Я азартный человек, я участвовала во многих конкурсах, но что-то до этого никогда не выигрывала. Наверное, мой приз большой ждал меня. По мелочи я не выигрывала. И вот, наконец-то, выиграла. Я очень счастлива. Каждую неделю ждал среду. В 19.15 включал РЕН-ТВ. Ну, звонил. Вот и на этой неделе я дозвонился. Спасибо всем за такие хорошие конкурсы. Игра «Рен поет», как и многие другие акции телеканала в этом году, была приурочена к десятилетию РЕН-ТВ «Набережные Челны». Эта дата, как и обещалось, будет праздноваться в холдинге в течение всего юбилейного года. Причем не только силами одного телеканала. Даже организована своеобразная как группа людей, которые постоянно принимают участие во всех мероприятиях, которые проводит наш холдинг, и не только телеканал, и радиостанции. И они уже даже знают друг друга, и друг другу помогают, и друг друга даже информируют о том, что вот на такой-то радиостанции или на таком-то канале будет очередной розыгрыш. Ну, это тоже хорошо. Все честно. Выиграл — до встречи на концерте «Звезды». Хотя это не просто концерт, а яркое музыкальное шоу, которое надолго запомнится всем челнинцам, которые смогли попасть в этот вечер в Ледовый дворец. Победители акции «Рен поет» заняли 13-й ряд партера, откуда и наблюдали за великолепием номеров исполнения команды короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Концерты Филиппа Киркорова собирают тысячи поклонников, и «Набережные Челны» не исключение. Охота за билетами началась задолго до приезда «Звезды», а ведь десятки челнинцев сейчас абсолютно бесплатно наблюдают великолепное шоу благодаря своей решительности, удаче и акции нашего телеканала «Рен поет». Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, «Набережные Челны».